Почти два месяца жители поселка Нурат-Алды Шетского района отрезаны от цивилизации из-за паводка. Единственная дорога к селу размыта, поэтому сельчане не могут никуда выехать. Они заявляют, что скоро просто останутся без еды и лекарств. А между тем в селе живут как многодетные семьи, так и инвалиды. Добраться до Нурат-Алды, а точнее отделения АХЭК, невозможно не то что на машинах, но даже на лодках. В отделении порядка 20 домов. Именно их жители оказались отрезаны от мира. Они не выезжали из населенного пункта вот уже больше двух месяцев. Со слов сельчан, у них на исходе продукты питания. У меня в Акаике живут родственники, у них заканчиваются продукты. Весной, пока снег не растаял, они выбирались, а сейчас не могут. Единственный грейдер затоплен. Проблема жителей отделения чиновников не беспокоит. В местном акимате нам сообщили, что строить новый мост через перелив не имеет смысла. Населенный пункт считается бесперспективным. Потому что это не перспективное село, раз, и Басха Улькун Мост, Нусала Магистрана, выехал Салтермат. Но прорабатывается, что со временем, где надо, там надо трубы положить. Чиновник порекомендовал сельчанам самим собрать деньги на мост, либо привлечь спонсоров. В бюджете на эти цели деньги не предусмотрены. Айям Амрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.